Газиза Жумикенова стала любимицей публики, исполняя композиции «Естая», «Акана Сиры», «Укулебрая», а также народные песни. На творческом вечере певцы молодого поколения исполнили песни Газизы Жумикеновой в сопровождении оркестра казахских народных инструментов имени Кинжибека Кумизбекова. Благотворительность – это хорошее дело. Мы желаем, чтобы она поскорее выздоровела. Так что пусть наши благие намерения помогут. Этот человек – певица, известная не только в Кокшетау, но и по всей республике. Она моя коллега, подруга. Еще в советское время, когда не было ни телевидения, ни радио, мы ездили и делали концерты. Желаю здоровья. Я пенсионер. Мы часто приезжаем в филармонию. Мы получили особое впечатление от сегодняшнего вечера. Было очень впечатляюще. Средства от концерта пойдут на лечение Газизы Жумикеновой. Александра Гауэр, Салтанат Бисенова, Павел Соловьев, Тимерлан Салимов, Кокши Акпарат.